Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала. Вывезла на дачу герани. Буду рассаживать либо в кашпо другие, либо в открытый грунт. Купила гортензию метельчатую белую. Гортензия метельчатая. Дентри де Гарон. Белого цвета. Сегодня у меня по плану навести порядок на этих трех грядках с клубникой. И там не все засажено. Полупустая последняя грядка. И вот я уже к этой грядке приступила. Решила заснять, как было, но уже почти вся работа выполнена. И решила высадить в открытый грунт низкие томаты, низкорослые. Вот эти, на эту грядку. И накрыть их, потому что им уже тесно в этих стаканчиках малюсеньких. Привела в порядок грядку с клубникой. Клубника по одному краю, а по другому будут высажены низкорослые томаты. Грядка длиной 7 метров. Сделала 15 лунок. Земля на этой грядке хорошая, из компостника. Поэтому я буду добавлять немного золу. Несколько гранул конского навоза и средства от проволочника. Так поступлю со всеми лунками. Лунки все заправлены. Сейчас пролью водой и приступлю к высадке томатов. Поставила томат в лунку. Еще проливаю раз водой. Когда вода питается, засыплю землей. Тут уже вода впиталась в этом. Так, подсыплю землей. Будут посажены все томаты. Это низкорослый сорт, желтый цвет. Название я, к сожалению, не знаю. Была одна женщина какая-то сегодня, и вот я его сохраняю. Низкорослые томаты высажены на эту грядку. Осталось сделать укрытие. Низкорослые томаты высажены, сделала укрытие от ветра, холода и солнца. Небольшие дуги в один ряд посажены, очень легко. Закрепила все это так, пока будут томаты расти первое время. Приступаю к другой грядке, буду наводить порядок. Сейчас она выглядит так. Росла травой, хвощом. Это грядка прошлого года, молодая, посадки прошлогодние. Грядка готова, сейчас она выглядит вот так. Томаты на сегодня поживают так у меня. Тут еще рассада стоит для открытого грунта. Цветочки. Перчик острый там стоит еще. Кармен сорт. Укроп проклевывается вместе с травой. Местами показалась свекла.
теплице с открытой дверью, завешена только шторкой. 35 градусов. Хотя на улице прохладно, ветер, было 11 градусов. Рынок весь один. Ревень весь дал цвет. Буду его обламывать. Спахали сегодня мне землю. Буду высаживать картошку. Сегодня планирую привести в порядок эту заросшую грядку с сортовой клубникой. Клубнику я часть выращивала сама семенами, часть покупала. Вот розовенькие цветочки, это сорт Сориан. Здесь у меня на грядке еще все дунпинки, я его показывала, и перовские. Вот она перезимовала, только начинает уходить. Вообще выносит до 23 градусов она, но... Живет у меня года 3-4. Ка, покажись, какая ты красавица. Грядку привела в порядок. Хотя бы от травы избавила ее. Друзья, благодарю за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Удачи вам и везения во всем.